Здравствуйте. С каждым человеком хоть раз в жизни случается то, что невозможно объяснить. Одни задумываются над этим и делают выводы. Другие презрительно фыркают. Да не верю я во всю эту мистику. Я, Виктор Вержбицкий, представлю вам очередную серию мистических историй. А выводы делайте сами. Смотрите сегодня в программе. Медсестра становится свидетелем мести человеку, совершившему наезд и сбежавшему с места преступления. Но со временем девушка понимает, мстит человек, которого уже нет в живых. Каким образом покойник смог поквитаться с убийцей? Девушка, не выдержав предательства любви, заканчивает жизнь самоубийством. Но сможет ли ее душа простить возлюбленного? И чего потребует она взамен своей жизни? В последнее время мы все чаще узнаем, что люди, совершившие преступления, остаются безнаказанными. К сожалению, в наше время можно подкупить всех – судей, свидетелей и даже потерпевших. Но только с высшими силами такие сделки не проходят. Инна, 29 лет, медсестра из районной больницы, помогла свершиться правосудию, повинуясь воле мертвеца. В больницу, где работала медсестра Инна, привезли жертву страшной автомобильной аварии. Состояние девушки было крайне тяжелое. Она пребывала в глубокой коме. Прогнозы медиков были неутешительны. Шансы на то, что Катя когда-нибудь очнется, снижались с каждым днем. Она была почти безнадежна. Но каким-то неведомым образом девушка отчаянно цеплялась за жизнь. И как Инна не старалась не принимать эту печальную историю близко к сердцу, у нее не получалось. Инна очень хотела помочь ей, но понимала, что это ей не под силу. Все, что она могла для нее сделать, добросовестно выполнять свою работу. Откуда тогда взялся этот старичок, Инна так и не поняла. Она предположила, что это дедушка пострадавший, но оказалось, что Катя ему вовсе не родственница. Просто в тот злополучный день она проявила милосердие и пыталась перевести немощного старика через дорогу. Валерий Семенович вышел за продуктами, до магазина дошел, а на обратном пути проклятый ревматизм дал о себе знать. А помощь ему редко кто оказывал. Шрамы, полученные им во время Второй мировой, обычно действовали на людей отталкивающе. Каждый шаг давался ему все тяжелее и тяжелее. Катя появилась рядом, как по мановению волшебной палочки. Добрая и улыбчивая девушка вызвалась помочь незнакомому одинокому старику, будто родному дедушке. А потом случилось страшное. Валерию Семеновичу тогда повезло. Он почти не пострадал. А вот Катя... Водитель был явно невменяем. Секунду-другую он смотрел на то, что натворил. А когда осознал, просто скрылся с места преступления. Даже не попытался оказать первую помощь своим жертвам или вызвать скорую. Инна искренне сочувствовала старику, но понимала, что ничем не может ему помочь. Вдруг Валерий Семенович заметил его. Это был тот самый бессовестный водитель, совершивший наезд. Кажется, он был хорошо знаком с санитаром этой больницы. И не сразу стало ясно, ни о чем хорошем тут речи быть не может. Этот мужчина смотрел на свою жертву так, будто это она сломала ему жизнь, а не наоборот. Это стало для Валерия Семеновича последней каплей. Он был готов проучить горе водителя прямо здесь и сейчас.
Человек, который является свидетелем какой-либо истории, особенно трагичной, всегда чувствует себя виноватым, потому что он не успел вмешаться, он не успел сделать, либо он ничего не сделал для наказания виновного. Потому что справедливость – это то чувство, которое бьется в сердце, которое не дает спать, и которое всегда говорит, является мерилом честности любого человека перед остальными живущими на планете. Вот уже целые сутки Инна не могла думать ни о чем, кроме той ужасной аварии. Она сопереживала и Кате, и тому трогательному старичку. И вдруг Валерий Семенович вновь возник перед ней, словно из ниоткуда. Инна даже испугалась и вздрогнула от неожиданности, но старика переполняли эмоции, и он не обратил на это внимания. Он возбужденно рассказывал Инне, что ему удалось узнать накануне. Этот бессовестный новориш приезжал в больницу на той же машине, на которой совершил наезд. Валерий Семенович ее сразу опознал. Он выяснил фамилию преступника и его домашний адрес. Это был некий Северянов, будь он трижды проклят. Старичок видел, как этот аморальный тип выходил из больницы. Он был уверен в своей безнаказанности и чувствовал себя хозяином жизни. Дедушку переполняли злость и досада. Валерий Семенович решил проследить за горе-водителем и под покровом ночи пришел к его дому. Пока Катя боролась за жизнь в реанимации, этот Северянов без зазрения совести наслаждался жизнью и развлекался в обществе какой-то бесстыжей девицы. Валерия Семеновича трясло от переполняющих эмоций. Он чувствовал, что слишком стар и немощен для того, чтобы наказать подонка. И стал просить Инну помочь ему восстановить справедливость. И тут Инна заметила кровь. Но Валерий Семенович лишь отмахнулся, сказал, что с ним уже не может произойти ничего страшного. Инна была ошарашена. Пульса не было. Внезапно она поняла, что означали его слова «уже не может». Девушка никак не могла прийти в себя от такого открытия, но появление санитара в палате Кати быстро привело ее в чувство. И Валерий Семенович был тут как тут. Он успел как раз вовремя. Инна смотрела на него и не понимала, как мертвец может делать такое. С ужасом она осознала, за какую услугу тот санитар получил увесистую стопку купюр. Он должен был ввести Кате препарат, от которого у нее не выдержало бы сердце. Все бы решили, что она скончалась от полученных в аварии травм. А Северянов бы вышел сухим из воды. Нет девушки – нет проблемы. Инна стояла ни жива, ни мертва. Она боялась и продажного санитара, и ходячего мертвеца. И вдруг медсестра обнаружила, что в кармане ее халата лежат те самые ампулы, которые старичок забрал у подельника Северянова. Если мы представим, что медсестре 30 лет, она абсолютно не защищена. И дело идет не просто о наезде или не просто о хамстве, это идет об уголовном деле, в котором есть смертельный исход. И в таком случае страхи Инны абсолютно понятны. Она хочет справедливости, но запрещает себе даже думать, что она может что-то сделать. И я думаю, что на любую попытку рассказать о своих планах любой близкой подруге, она получает одно: «Ты что, с ума сошла? Не лезь! Не лезь, потому что он отмажется, а ты сядешь, потому что он найдет тебя в подворотне, потому что у него много возможностей сделать твою жизнь невыносимой и превратить ее в ад». Именно так понимают жизнь люди, которые боятся говорить правду, потому что на самом деле не всегда закон на стороне справедливости.
Ноги сами понесли Инну в морг. Пересилив страх, девушка все-таки посмотрела, чей труп уже 2 дня лежит в мертвецкой. Инна сползла на пол от внезапно открывшейся ей правды. Она вдруг увидела место трагедии, будто сама была там. Оказывается, в той аварии сильно пострадали 2. Молоденькая девушка по имени Катя и пожилой мужчина Валерий Семенович. Но из них 2 выжила только Катя, которая теперь пребывала в коме, а старичок погиб на месте. Но его душа не успокоилась и пыталась восстановить справедливость даже после смерти. Инне было тяжело принять страшную правду и осмыслить происходящее. Энергия человека, который умер внезапно насильственной смертью, она по своему качеству достаточно жесткая. То есть такому умершему проще донести информацию до живущего человека. Значит, скорее всего, что наша медсестричка Инна, она как бы тоже человек необычный, она обладает каким-то определенным даром, да, может быть, он не слишком-то развитый, может быть, она его и не осознает, вот, но хотя ее отношение там к больным, вот это стремление помочь, оно как бы говорит о том, что у этого человека определенные качества есть, вот, и, соответственно, дедушка, душа умершего, она пришла по больнице, походила, и выбрала себе тот объект, на который будет проще всего воздействовать и проще всего давать информацию и какие-то определенные указания. Может, этот дед хотел восстановить справедливость, потому что он оказался в той ситуации, которая закончилась неправильно. Этот дед являлся именно этой медсестре ввиду того, что медсестра была наиболее восприимчива к информации, она была наиболее восприимчива к тонкому плану, и плюс ко всему она имела возможность влиять на ситуацию. Она еще была как-никак лечащим врачом, ну, лечащей медсестрой. Призрак Валерия Семеновича руководил ей, словно кукловод марионеткой. Каким-то образом старичку удалось подчинить ее волю себе, чтобы вершить правосудие чужими руками. Иногда мы можем считать себя марионетками собственных убеждений. Когда, может быть, желание сделать одно, но совесть требует сделать другое. И в этот момент человек говорит: я не могу поступить по-другому. Я не могу уйти из этой истории. Я не могу. Да, что не могу? Не могу в глаза смотреть девушке, которую могут убить одним прикосновением шприца. Не могу смотреть в сторону морга, где находится ни в чем не повинный умерший человек. И в этот момент наша героиня оказывается вовлечена в очень сильный внутренний конфликт, когда она хочет не вмешиваться, и она не может этого не делать. И кому больше довериться? Страху, который говорит «беги», или совести, которая говорит «останься». В этот момент, конечно же, не столько она, сколько ее нравственные принципы, ее убеждения, ее мораль заставляли ее оставаться в этой истории. Этот сон, который видела Инна, там, где она видела себя марионеткой, послушная в руках этого старика, он, в принципе, ей показывал реальное положение вещей, то, как это было на самом деле. То есть то, что она попала под влияние чужеродной энергии, в принципе, ну, это обиженная энергия обиженного покойника, не слишком хорошая энергия, да, то есть то, что она не могла ей сопротивляться, то есть в принципе она увидела реальное положение вещей. Инна очнулась от жуткого сна
и поняла, что уснула на посту во время ночного дежурства. Ее разбудил какой-то переполох в коридоре. В реанимацию доставили нового пациента. Зайдя в палату, Инна лишилась дара речи. Им оказался тот самый Северянов. Он пребывал на грани жизни и смерти. И тут сознание Инны сложило воедино обрывки сновидений и реальные факты, которые неведомым образом были стерты из ее памяти до этого момента. Призрак установил полный контроль над ее телом и разумом, а она оказалась просто безвольной марионеткой в его руках. Но с другой стороны, для старика, который и при жизни был слаб, это стало единственной возможностью отомстить преступнику-водителю, поступившему так жестоко и с ним, и в особенности с Катей. Призрак мог восстановить справедливость, которой так жаждал, разве что чужими руками. И благодаря ему Катя пока еще была жива. Когда Инна увидела след от укола на руке Северянова, то вспомнила такое, о чем предпочла бы забыть навсегда. Внезапно девушка поняла – кошмарный сон, где она была марионеткой, был искаженным отражением реальности. Ведь в ту ночь она действительно чуть не убила Северянова. Медсестра стала для призрака ничем иным, как орудием возмездия. Хотела она того или нет, но дело было сделано. Но доза препарата была рассчитана на хрупкую Катю, а не на Северянова, и ее оказалось недостаточно для убийства. Инна все пыталась осмыслить произошедшее. Из глубокой задумчивости ее вывел продажный санитар, который уже пытался убить Катю. Он ведь так и не закончил начатое. Инна понимала, еще пара секунд и будет поздно. Но санитар был намного сильнее девушки, и справиться с ним ей было не под силу. Но призрак Валерия Семеновича не собирался сдаваться. Поняв, что от тела Инны больше прока нет, он воспользовался другим пристанищем. На этот раз его действия принесли желаемые плоды. Инна стала свидетельницей того, как санитар, ведомый призраком, ввел Северянову смертельную концентрацию препарата, предназначавшуюся Кате. Но медсестра была слишком слаба, чтобы вмешаться. Северянов был мертв, как того и хотел Валерий Семенович. Официальная причина смерти – сердечная недостаточность. Дед мог руками Инны мстить убийце. Безусловно, потому что он ей внушал определенные мысли, он ей давал определенную информацию, она определенным образом, то есть он уже как бы знал, каким образом она будет реагировать на какие-то определенные ситуации. Таким образом, он мог ей руководить, безусловно. Случайно, вольно или невольно, но тем не менее люди ошибаются, люди боятся. Но то, что пыталась сделать Инна, хотя бы предотвратить следующее преступление. Наверное, вот мы можем говорить об этом мужестве, которое было в маленькой, без высшего образования, без особых связей, хрупкой девушке, которая, тем не менее, защитившись образом деда, потому что иначе ее бы парализовало от страха,
попробовала предотвратить следующее преступление. Дух не может влиять на физический мир. Все духи находятся на абсолютно другом уровне. Дух может повлиять на мысли человека. Дух может влиять на ощущения человека. В данном случае он влиял именно, внушал и влиял на мысли. И по факту можно сказать, что он делал руками этой медсестры. Подкупленный Северяновым санитар куда-то испарился. Причина его исчезновения так никто и не узнал. Правду знала только Инна, но она понятия не имела, как теперь с этим жить. После всего пережитого она не могла больше оставаться в больнице и вскоре уволилась. Пока она находилась в клинике, призрак старичка мерещился ей повсюду. Но Инна его больше не боялась. В конце концов, что случилось, то случилось. Хотя ей все равно было сложно поверить, что дух мертвеца вселялся в ее тело. Будучи медиком, она привыкла мыслить рационально, но с этой точки зрения события не поддавались описанию. Инна понимала, что ей все-таки надо жить дальше. Только подальше отсюда. Может быть, даже сменить профессию. А Катя? Катя все-таки вышла из комы к огромной радости родных и медиков. До полного выздоровления было еще далеко. Девушке приходилось буквально заново учиться ходить. Но она не унывала и уверенно шла на поправку. Катя не помнила ничего ни об аварии, ни о Валерии Семеновиче. Инну она тоже не узнала. Она была просто счастлива быть живой. Снова. Начиная с того, что я не верю в мистику, я скажу, что даже Инна пыталась восстановить справедливость, но не беря на себя ответственность за свои деяния. Ну, то, что она спасла девушку, да, и убила виновника, да, трагедии, этой аварии, это было бы слишком, ну как вам сказать, слишком прямолинейно, да. И это несет очень много ответственности тогда за собой, если признать, что она в здравом уме взяла это сделала. И гораздо проще списать это на то, что это сделал не я, то, что, ну, я была в каком-то неадекватном состоянии, я что-то не видела, что-то не понимала, что это в нее кто-то переселился. Понятно, что это психическая защита. Это психическая защита человека, который может что-то сделать и потом отрицать, что он это вообще что-либо делал. Виновник этой аварии погиб. Что же случилось с ним на самом деле? У каждого в этой истории своя правда. Осталось только принять ее и научиться с нею жить. Предательство – один из самых низменных поступков. Наверное, поэтому высшие силы дают шанс жертвам измен отомстить своим обидчикам. Роман, 20 лет. Бросив свою девушку, довел ее до самоубийства, но так и не смог спокойно жить дальше. Вера с детства была влюблена в Романа, одноклассника своего старшего брата Андрея. Как-то раз она тайком вытащила его фотографию из фотоальбома брата, и вот уже 2 года не расставалась с ней. Вера по натуре была однолюб, и на других парней смотреть даже и не думала. Она верила, что Рома ее суженый, и когда-нибудь она обязательно его дождется. У девушки было свое любимое тайное место на окраине села. Под сенью старого тополя девушка предавалась мечтам и фантазиям о своем возлюбленном. Роман и Вера встретились на кутке. Так называлось место в их селе у клуба. Клуб давно был закрыт, но вся местная молодежь собиралась именно тут. Кто-то приносил с собой магнитофон, кто-то самогонку.
В тот вечер на Кутке собралась большая компания. Девушки, как обычно, сидели группкой на лавочках. Роман, который только что вернулся из армии, сразу обратил внимание на симпатичную, скромную девушку, сидевшую в стороне от остальных. Она отказывалась пить, не хохотала призывно и не танцевала, как остальные деревенские. Только смотрела на него большими доверчивыми глазами. К тому же она была чуть ли не единственной девушкой на селе, которую он не знал. Роман решил познакомиться с прекрасной незнакомкой поближе. Вера тайно ликовала. Она знала, что когда-нибудь этот день настанет. От природы застенчивая девушка все больше молчала, говорил Роман. Рассказывал, как ему служилось, как скучал по родным местам и как хочет большой и чистой любви. Андрей всегда приглядывал за своей младшей сестренкой, опекал ее и никому не давал в обиду. Встретившись с бывшим одноклассником, Роман понял, что на самом деле видел эту девушку раньше. Она так подросла и изменилась, что он и не признал в ней девчонку, которая всегда ходила хвостиком за старшим братом. У Веры раньше не было ухажеров, и Андрей очень волновался за сестру. Бывший товарищ сразу предупредил Романа, что если тот обидит сестренку, то ему не поздоровится. Но у Романа тогда и в мыслях не было ничего дурного. Парень чувствовал себя влюбленным и счастливым. Психологически с Верой не все так просто. Дело в том, что Роман друг и одногодка ее брата Андрея. Вот. И я думаю, что вытесненное и подавленное сексуальное желание Веры в отношении собственного брата Андрея были легко перенесены на Романа. Я думаю, что здесь может быть такой серьезный бессознательный эмоциональный заряд, где сестра тянется к брату, брату старшему, который для нее кумир, ну, практически бог. Но поскольку сексуальное общение с братом – это табу, это инцест, который запретен, вот, то отношения с Романом дают для Верной сексуальности, ну, возможность выхода, возможность проявления. Вот. То есть Роману как брату можно доверять, да, можно делать все, что он хочет, но как будто воспитанная в отношении с Андреем, как младшая сестра, она становится такой, не знаю, любовницей для Романа и одновременно такой же послушной, податливой, как младшая сестра. И это трагедия Веры. То, что она не смогла различить для себя, что Роман – это не Андрей. С того самого дня Роман и Вера практически не расставались. В первое же свидание девушка показала свое тайное убежище возлюбленному. С тех пор это стало их место. Это старое дерево было единственным свидетелем развития их отношений. Именно под старым тополем Роман и Вера впервые занялись любовью. После девушка призналась, что была влюблена в Романа еще с детства. Знала, что он в армии, и ждала. Готова была все отдать любимому и говорила, что ей никто, кроме него, не нужен. Что жить без него не может. И молча ждала предложения руки и сердца. Но Роман с предложением почему-то не спешил. С какого-то момента Вера с ее вечной покладистостью и тихой улыбкой стала раздражать Романа. Ему было и просто скучно. Он не знал уже, о чем и говорить со своей девушкой. Они могли часами сидеть под тополем и молчать, пока Роман не провожал Веру домой. Но девушка, казалось, ничего не понимала. Ее сердце было наполнено любовью, и она не замечала перемены отношения к ней своего парня. Или не хотела замечать. Долго ли можно смотреться в зеркало? Может быть, да, а может быть и нет. В зависимости от того, что мужчина ищет в женщине. Если отражение себя, то
Может быть, он долго будет слушать дифирамбы в свою сторону. Но, скорее всего, когда ему хочется познавать мир, когда ему хочется быть охотником, когда ему хочется доказывать себе, что он может покорить любую вершину, скорее всего, отношения подобного рода долго не продлятся. Потому что девушка растворяется в молодом человеке, она теряет собственную индивидуальность, она забывает, какая она. И в этот момент парню не с кем говорить, потому что все, что бы он ни сказал, он может ответить это сам себе. Балагур и весельчак, Роман скучал по компании, выпивке, незатейливой музыке и заводным танцам. Ради Веры он честно пытался изменить образ жизни и привычки, но не смог. Рано или поздно это должно было случиться. И Роман встретил другую. Рита была полной противоположностью Вере, яркая и смешливая. И вскоре Роман уже совсем забыл о своей девушке. Рита вскружила ему голову своим телом, танцем, запахом и задиристым смехом. Клятвы, сделанные на пике эмоций, даже на самом сильном энергетическом подъеме, не будут влиять на последующую жизнь. Они не могут довести до смерти. Расплата за обманы или за нарушение клятвы какой-либо может прийти, но может прийти именно уже после этой жизни. В этой жизни расплаты как таковой может и не быть. Предательство любви, естественно, наказывается высшими силами, но в данном случае я вижу тут такой момент, девушка слишком прилипчива была. То есть, скорее всего, у нее отношения в семье не ладились с родителями, и она не видела любви как таковой в семье, и поэтому она так прилипла к этому человеку. А женщина для мужчины должна быть интересной, а не покорной рабой. Вера с нетерпением ждала Романа день, два, три, но он все не приходил. Мать видела, как страдает ее дочь. Она понимала, что Роман ей не пара, и он когда-нибудь ее бросит. Да и сама Вера наконец-то начала догадываться, что их с Ромой отношения трещат по швам. Но девушка верила, что все наладится, им просто нужно поговорить. Мать надеялась, что дочка образумится и выбросит своего приятеля из головы. Пыталась ее поддержать, но все было гораздо серьезнее, чем она могла себе представить. Спустя пару дней Андрей передал сестре, что Роман будет ждать ее вечером на их месте. Когда Вера, запыхавшись, подбежала к тополю, Роман, недолго думая, сообщил ей, что уезжает в город учиться. Вера была готова идти за любимым хоть на край света, но ему это было не нужно. Парень сказал, что они должны расстаться. У Веры все поплыло перед глазами. Она бросилась к нему и прошептала, что беременна. Но Роман лишь раздраженно скривился и предложил ей сделать аборт. Ему лишние проблемы были ни к чему. И жениться он ни на ком пока не собирался. Роман спокойно ушел, а для Веры в этот момент закончилась жизнь. В небе полыхали зарницы. Девушка посмотрела на тополь и решилась. Отношения с Верой надоели Роману в первую очередь, потому что он сам не знал, что он хочет. Потому что у него не была выстроена линия поведения, линия жизни и понимание, что он хочет добиться в конечном итоге. У Романа не было понимания, какая должна быть семья и какие должны быть отношения в этой семье. Потому что что он лепил из Веры? Он лепил нечто удобное. Удобное на здесь и сейчас. А когда он увидел, что это удобное, перестало нравиться, ну что ж, мы могли сломать этот пластилин, опять вернуть его в какую-то странную конфигурацию и выбросить. Очень часто молодые люди играют в скульпторов.
Они пытаются лепить из живых людей, их характеров, что-то, что будет им максимально удобно. Радовать их эго, помогать им считать себя, может быть, более достойными, чем они есть на самом деле. Что такое вера? Маленькая 16-летняя девочка. Девочка, которая в первый раз влюблена. И в этот момент, начитавшись Шекспира и других романов, она, конечно же, думала о том, как подарить себя молодому человеку. О чьей ответственности больше мы должны говорить? О девочке, которая постигает мир в 16 лет, или о молодом человеке, который ее на, ну, достаточно большую разницу старше? Потому что в этом возрасте, когда тебе уже за 20, ты на целую жизнь старше того, которому 15. И в этот момент, да, мы можем говорить, что почему-то родители не научили девочку, как вести себя с мужчиной. Но почему же мы забываем говорить о том, что почему-то родители не учат мальчиков нести ответственность за те отношения, которые они создают? Андрей вернулся с работы поздно ночью. У калитки его встретила встревоженная мать. Было уже 2 часа ночи, а Веры все не было. Андрей знал, что у сестры вечером было свидание с Романом, и предположил, что она просто загулялась со своим парнем. Но мать чувствовала, что с ее девочкой что-то случилось, и уговорила сына разыскать сестру. Первым делом он отправился к сельскому клубу, ведь вся молодежь ночами напролет гуляла именно там. Он встретил Романа, но не с Верой. Гнев и отвращение поднялись в душе Андрея, но он решил, что разберется с предателем позже, а сейчас ему нужно выяснить, где сестра. Роман не знал. Андрей выехал за край села. Он не знал, что думать и где искать свою сестренку. Брат вспомнил, что у Веры где-то неподалеку было любимое с детства секретное место, большой старый тополь, и отправился туда. Стал звать ее, искать, но нашел лишь фотографию Романа на земле. Андрей почувствовал, что случилось что-то нехорошее. И тут он увидел Веру. Это изначально не было задумано как такая успешная попытка самоубийства. Да? Это была задумана некая демонстрация с фотографией Романа на груди. Я пойду вешаться, меня кто-то спасет, или эта попытка будет неуспешна. И Роман вернется, он поймет, как он мне дорог, дороже жизни. Вот. Но есть такие, к сожалению, ну, истерические реакции, демонстративные реакции по своей природе, которые иногда заканчиваются таки смертью. То есть человек не собирался убивать себя, но что-то пошло не так. Самоубийство – это большой грех, потому что у каждого в жизни есть определенная отработка кармическая. А самоубийцы – это те люди, у которых не хватило силы воли до конца жить и исправлять свои ошибки, скажем так. То есть здесь проявление слабости воли. И поэтому их души ходят и не могут переродиться, потому что они… У каждой души есть определенный срок ухода. А они этот срок сокращают. То есть делают то, что им, видите ли, хочется, а не то, что записано в книге судьбы. А Роман уже и думать забыл о своей бывшей девушке. Они с Ритой прогуляли до утра, и теперь он, без зазрения совести, привел свою новую пассию под любимое дерево Веры. Вдруг Рита увидела что-то за спиной своего кавалера, завизжала и бросилась на утек. Обезумевший от горя Андрей дрожащими руками целился в бывшего парня своей сестры. Роман кричал, что Андрей спятил. Он не знал, какая трагедия произошла ночью, и что он только что зажимал Риту под той веткой, на которой повесилась его бывшая девушка. Из-за него. Слезы застилали глаза Андрея.
И он так и не смог попасть в обидчика Веры. Пуля лишь слегка оцарапала Романа. На выстрелы сбежались мужики, скрутили неудавшегося мстителя и отвели в участок. Роман так никуда и не уехал. Устроился работать к частному фермеру в соседнем селе. Каждый день дорога на работу проходила мимо старого тополя. Как-то, возвращаясь домой, он увидел фигуру девушки под старым деревом. Роман не мог поверить своим глазам. Это была Вера, и она звала его к себе, называя своим суженым. Тогда он просто сбежал, отказываясь верить своим глазам. Я думаю, что это не она являлась этому молодому человеку. Я думаю, что это являлся именно фантом, потому что эмоции и посыл при суициде были именно такие. То есть она, совершая суицид, была уверена, что этот молодой человек должен за это ответить. С тех пор призрак девушки стал преследовать Романа повсюду. Куда бы он ни пошел, куда бы ни посмотрел, ему везде мерещилась Вера. И от этого наваждения было не скрыться. К нему приходила именно дух девушки, потому что он был неупокоен, и девушка совершила самоубийство в порыве отчаяния. И что-то на земле она оставила, то есть любовь к этому Роману. Естественно, эта душа никуда не могла уйти, тем более ребенок, которого она ждала, но Роман отказался от него. Поэтому она являлась ему. И какие-то зачатки совести, наверное, у него начали играть. Поэтому это его тоже мучило. И когда он думал о ней, естественно, он ее видел. Вера медленно, но верно тянула своего возлюбленного за собой в могилу. Являлась к нему и звала под старый тополь, на их место. Роман чувствовал, что с каждым днем его нервы сдают, и он постепенно сходит с ума. Он почти перестал есть, спать, старался не смотреть в зеркало. А однажды он не выдержал. Взял топор и отправился к старому дереву. Наивный парень думал, что, срубив тополь, он избавится и от призрака, и от чувства вины. Но в жизни не все так просто, как порой того хочется. А он так этого и не понял. Роман впал в истерику. Он неистово бил по дереву топором, но в какой-то момент осознал, что все бесполезно. Роман плакал, кричал, что не хотел, не знал, что Вера готова из-за него расстаться с жизнью. Но было уже поздно. Время вспять не повернешь, а девушка больше не собиралась отпускать своего любимого. При жизни она позволяла Роману решать все за себя и беспрекословно его слушалась. А теперь они поменялись ролями. Роман вдруг понял, что это конец. Ему ничего не оставалось, кроме как выполнить последнюю волю Веры. То, что видел Роман, это был не дух и не привидение. Это было его воображение, основанное на его совести. К счастью, достаточно редко встречаются люди, которые в 20 лет могут спокойно пережить подобную смерть влюбленного в него человека. Насколько бы он ни был циничен или прагматичен, тем не менее, с этим трудно жить, с этим трудно засыпать и трудно ходить мимо того места, где повесилась влюбленная в него девушка. Роман прочувствовал то, что чувствовала Вера. Взгляды со стороны, презрение окружающих, невозможность строить дальше отношения и непонимание, что делать дальше. Он нашел такой же тупик, в котором была до него Вера. Эта девушка винила этого молодого человека перед смертью, винила в своих несчастьях, винила в своей смерти
и хотела довести его до того же самого. То есть до того, когда человек не видит смысла жизни. Когда человек просто идет и вешается. Зачем это нужно было, известно только ей. Но это очень эгоистичное поведение с ее стороны. Милые девушки, не стоит из-за неразделенной любви лезть в петлю. Ведь окончание отношений – это не всегда трагедия. Возможно, это очередная ступень к счастью. И судьба обязательно даст вам еще шанс любить и быть любимой. С вами был Виктор Вержбицкий. Берегите себя и до встречи на канале ТВ3.